доктор Стравинский. Шизофрения. Вы поэт? Поэт? А вы профессор? Да. И вы тут главный? Да. Мне нужно с вами поговорить. Я для этого сюда и пришел. Вот в чем дело. Да. Меня здесь сумасшедшего вырядили. Никто не желает меня слушать. Нет. Мы вас выслушаем очень внимательно. И в сумасшедшее рядить не позволим. Так вот, слушайте. Да. Вчера вечером на Патриарших прудах я встретился с таинственной личностью. Так. Иностранцем. Не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата. Пилата. Пилат. Это который жил при Христе. Ну тот самый! Тот самый! Вот. А Берлиоз погиб по трамваю. Ну вот именно же и он! Вчера его при мне зарезало трамваем на Патриарших. Понимаю. Вот. А при том этот загадочный гражданин... Знакомый Понтия Пилата. Именно он. Так. Вот он заранее сказал, что Аннушка пролила подсолнечное масло. Так. И он как раз в этом месте и подскользнулся. Как вам это понравится, а? Как? А вот кто это Аннушка? А? Аннушка? Да. Да. Да Аннушка тут вовсе не важна, ну дура какая-то с Садовой! Аннушка, эх, ну... Вы понимаете, да. Важно то, что он заранее, понимаете, заранее знал про подсолнечное масло. Вы меня понимаете? Отлично понимаю. Вы не волнуйтесь, продолжайте. Так вот, да. Этот страшный тип... А он врет, что он консультант. Обладает какой-то необыкновенной силой. Например, погонишься за ним, так. А догнать его нет никакой возможности. Кроме того, с ним еще парочка. И тоже хороши. Ну, в своем роде. Этот клетчатый с битыми стеклами. Кроме того, с ними невероятных размеров кот, который самостоятельно ездит трамвай. Кроме того... Он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем не может быть, ну, никакого сомнения. Да. Ну ведь это что, а? Его нужно немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед. Так вот вы добиваетесь, чтобы его арестовали. Ну совершенно правильно. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили отсюда. А действительно? Действительно? Какой смысл держать? Здорового человека. Скажите, вы хотите уйти? А куда вы отправитесь отсюда? Конечно, в милицию. А на квартиру к себе не заедете? Да некогда тут заезжать, пока я буду по квартирам разъезжать. Он и улизнет. А что вы скажете в милиции в первую очередь? Про Понтия Пилата. Вот и славно. Федор Васильевич, выпишите гражданина бездомного в город. Только через 2 часа вы будете опять здесь. На каком основании я снова буду здесь? На том основании, что как только вы явитесь в трусах в милицию и начнете рассказывать, что вы знакомы с человеком, знавшим Понтия Пилата, вас моментально привезут сюда, и вы окажетесь в этой же самой комнате. Так что же делать? Полный покой. Но из него необходимо поймать! Хорошо. Но зачем же бегать? Ложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения. Понял. Официальное лицо или
неофициальное. Это ведь с какой точки зрения посмотреть. Сегодня я неофициальное лицо. А завтра, глядишь, и официальное. А бывает и наоборот. Официальное лицо. А на завтра, глядишь, и неофициальное. О, бывает. Бывает, Никонор Иванович, еще как бывает. Да вы-то кто такой будете? Как ваша фамилия? Моя фамилия... Ну, скажем, Коровьев. А не закусите нам, Никонор Иванович, а? Без церемоний. Я извиняюсь, какие тут закуски? На половине покойника сидеть не разрешается. А кто такой будете? Я? Вы что здесь делаете? Я? Я состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире. Какого такого? Иностранца? Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей примерно недельку у него в квартире, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту, о чем в письменном виде он вас вчера вечером и уведомил. Ничего он мне не писал. А вы поройтесь. Как-то я про него позабыл. То ли еще бывает, любезный друг Никанор Иванович. Я сам до ужаса рассеян. Переутомление и повышенное кровяное давление. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии. Вы обхохочетесь. Когда же Лиходеев едет в Ялту? Да он уж уехал. Он, знаете ли, уж катит. Уж он черт знает где. Мне необходимо лично повидать иностранца. Невозможно, никак невозможно. Он занят. Дрессирует кота. Кота, если угодно, могу показать. Не надо кота. Покорно благодарю. Никанор Иванович, видите ли, Никанор Иванович, ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, не сдаст ли жилтоварищество на недельку ему квартиру, то есть всю квартиру, включая комнаты покойного. Покойник, как вы сами понимаете, теперь... Иностранцам полагается жить в метрополе. Капризен он, говорю вам, как черт. Знаете что? Ну не желает он, ну не любит он гостиниц. Вот они у меня где, эти интуристы. Приедет или он нашпионит, как последний сукин сын, и капризами своими все нервы вымотает, и то ему не так, и это нехорошо. А товариществу вашему, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. Мне этот вопрос надо увязать. Центуристским бюро. А, я понимаю. Как же без увязки, Никанор Иванович? Обязательно. Вот вам телефончик. И немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь. С кого же брать, как из него? Миллионер! Если бы вы видели, какая у него вилла мне. Да, будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть. Охните! Я насчет иностранного артиста Воланда. А знаете? Ах, можно?
Они не возражали. Ну вот и чудненько. Сколько же вы хотите, Никанор Иванович? По 500 рублей в день. За неделю, стало быть, 3500. Да вы что? Разве это сумма? Просите 5, он даст. Угу. Контракт. Это для вас, это для нас. Ein, zwei, drei. Пересчитайте деньги, счет любят. Свой глазок, смотрок. А контрамарочку? А в чём разговор, Никанор Иванович? Сколько вам билетиков? 12, 15. Ну что вы, для меня и супруги. Это не полагается. Ну, у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Ну, вы этим обидите интуриста, Никанор Иванович, это неудобно. Ну, вы же трудились. Строго преследуется. А где же свидетели, где? Ну, что вы? Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер 302 бис по Садовой Никанор Иванович Босой спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер 35 в вентиляции в уборной газетной бумаге $400. Говорит жилец означенного дома Тимофей Квасов. Заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя. Два заявления пришло на жилплощадь покойного Берлиоза. И чего только мерзавцы не пишут. На этом Люська из 13-й призналась в тайной беременности. Да что ж такое, пожрать не даю. Кто-то опять валит. Не пускай никого. Нет у меня, нету. А насчет квартиры скажи им. Чтоб перестали трепаться, на той неделе будет заседание. Сюда, сюда. Где сортир? А в чем дело? У нас в квартире ничего такого не может быть. Да. А документики, я извиняюсь. Где сортир? А вот здесь. 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 Доллары вентиляции. Ваш пакетик? Нет, господи. Побросили враги. Бывает. Ну что ж, надо остальные сдавать. Нет, у меня нет, богом клянусь. Никогда в руках не держал, нет. У меня тут контрактик. Перевозчик, гад, подбросил. Кровью, пенсня.
Держите их. Покайся, Иваныч, покайся. Тебе скидка выйдет. Ай, дура проклятая. Смотри ты, сколько желающих на этого Воланда. Алло, Варенуху, да? Нет его в театре, нет. Слушай, Варенуха, ты позвонил бы еще раз Лиходееву? Да звонил я Лиходееву. Карпова посылал домой. Нет там никого на квартире. Ну, уж не попал ли он, как Берлиоз под трамвай, а? Хорошо бы было. Да-да. Где тут варьете? Ну, здесь, а что? Сверхмолния вам. Ага. Распишитесь. Сегодня половину 12-го. Угрозыск. Явился шатен ночной сорочки, брюках, без сапог. Психический. Назвался Лиходеевым. Директором варьете. Молнируйте ялтинскому угрозыску, где директор Лиходеев. Здрасте, ваша тетя. Уже Дмитрий? Да. Телеграф, примите сверхмолнию. За счет варьете. Ялта, угрозыск. Директор варьете Лиходеев, Москве. Ну, конечно. Финдиректор Римский. Да. Еще одна. Умоляю верить, брошен Ялту гипнозом Воланда. Молнируйте угрозыску подтверждение личности. Лиходеев. Граждане, распишитесь, да. А потом думайте, сколько спасибо, вам спасибо. Угодно. Хорошо. Я же молния. Хорошо, хорошо. А сколько километров до Ялты? До Ялты? Ну, по железной дороге 1500 километров, а по воздуху... Да нет, нет, не мог же он туда улететь, на истребителе, что ли? Да кто его пустит в истребитель, да еще без сапог? Вот что, Иван Савельевич. Да. Возьми-ка ты эти телеграммы и лично отнеси в ГПУ. О, пусть там разбирают. Это точно. Борьте, Владимир, не набирай! Вы что толкаете там? Что вы толкаете? Идите в ноги! Здравствуйте! Пропустите, пропустите! Я администратор варьете. Спокойно, 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 спокойно. Ась, загни там 20 мест лучших в квартире. Да. Иван, да. Иван Савельевич, вас к телефону. Телефону. Телефону? Да. Алло. Варенуха. Его нет. Иван здесь. Савельевич, не валяйте дурака, слушайте. Что? Ну, ладно, ладно, что вы? Телеграммы тихо. Никуда не носите. Что, что? И никому не показывайте. А с кем я имею? Ты русский язык, понимаешь? Не носи никуда телеграммы. Я. Что у тебя в портфеле, паразит? Телеграммы. Тебя же предупреждали, чтобы ты их никуда не носил. Предупреждали? Я тебя спрашиваю. Предупреждали? Ты их все-таки понес? Поцелую.
Вчера вечером я пришел с покойным Берлиозом на Патриаршие пруды. Нет. Как это? Пришел с покойным. И ходят покойники. Действительно, что доброго за сумасшедшего примут. Так, попробуем. С Берлиозом впоследствии покойным. Это тоже плохо. С Берлиозом, который попал под трамвай, но не композитор. Важное происшествие в самом деле. Редактора журнала задавило. Можно подумать, что от этого журнал закроется. Лучше бы я этого знакомого Понтия Пилата подробнее расспросил. Можно присесть? Как же вы сюда попали? Ведь балконные решетки на замках. Решетки на замках. Но Прасковья Федотовна, наша нянечка, милейший новый рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей. И таким образом... А раз у вас есть ключи, значит, вы что, можете удрать? Или что? Высоко? Я не могу удрать отсюда не потому, что высоко. Потому что мне удирать некуда. Итак, сидим? Сидим. Ну, вы, я надеюсь, не буйный. А то я, знаете ли, не вношу шума, возни, насилия. Особенно ненавистен мне людской крик. Успокойте меня. Скажите, вы не буйный? Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил. Основание? Да признаться, без оснований. Безобразие. И потом, что это вы так выражаетесь, по морде засветил. Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, все-таки лицо. Так что кулаками, знаете ли... Профессия? Поэт. Ой, как мне не везет. А как ваша фамилия? Бездомный. М-да. А вам что же? Мои стихи не нравятся? Ужасно не нравятся. А какие вы читали? Никаких я ваших стихов не читал. А как же вы говорите? Что ж тут такого? Как будто я других стихов не читал. Впрочем, разве что чудо. Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами. Чудовищный. Не пишите больше. Обещаю. И клянусь. Итак, граждане, сейчас перед вами выступим.
выступит знаменитый иностранный артист месье Воланс с сеансом «Черный май». Но мы-то с вами хорошо понимаем, что ее вовсе не существует на свете, и что она не что иное, как суеверие, а просто месье Воланс в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной ее части, то есть разоблачение этой техники. Ну а так как мы все с вами как один, и за технику, и за ее разоблачение, то... Скажи мне, любезный Фагот, а ведь московское народонаселение значительно изменилось. Точно так, месье. Горожане сильно изменились внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего и говорить. Но появились эти, как автомобили, трамвай, автобусы. Иностранный артист, выражая свое восхищение Москвой, выросший в техническом отношении, а также, конечно же, москвичами. Разве я выразил восхищение? Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали. Так что же говорит этот человек? А он попросту... соврал. Поздравляю вас, господин Совравший! Но меня не интересуют не столько автобусы, телефоны и прочее. Аппаратура. Сколько другой. Более важный вопрос. Насколько изменились эти горожане внутренне? О, это наиважнейший вопрос, сударь. Да, однако мы с тобой заболтались, дорогой Фагот, а публика скучает. Покажи-ка нам для начала что-нибудь простенькое. Контраст между трехрублевкой и повесткой вызови суд по делу об уплате алиментов гражданки Синьковой. Оставьте на память, ведь недаром вчера за ужином сказали, кабы не покер, жизнь моя в Москве была бы совершенно несносной. Стара штука, это ты же их же компании. Вы полагаете? В таком случае мы с вами тоже из одной шайки, поскольку колода это у вас в кармане. А это же червонцы. Сыграйте со мной такую же штуку. Обезвизил. Почему же с вами одним? Может быть, все примут для нас участие? Вот, граждане, мы сейчас с вами видели случай так называемого массового гипноза. Попросим же господина Воланда разоблачить нам этот опыт.
Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки так же внезапно исчезнут, как и появились. Это опять-таки случай так называемого вранья. Бумажки, граждане, настоящие. А это, между прочим, мне надоел. Суется, куда его не спрашивают. Что бы нам с ним такое сделать? Голову ему оторвать! Голову оторвать? А что это идея? Бегемот! Эй, ну что же, люди как люди, любят деньги. А впрочем, так всегда было. Человечество любит деньги. Из чего бы они ни были сделаны, из кожи или бумаги, или бронзы, золота. Ну, легкомысленны. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Вот только квартирный вопрос испортил их. Наденьте голову. Оп! Эй! Трей! Трей! Катись отсюда! Без вас веселей! Голова! Моя голова! Отдайте мою голову! Квартиры возьмите! Дождь! Квартиру Дождь! Возьмите! Голову верните мне! Каберчал, когда этого надоедал! Сплави! Давайте! Давайте откроем! Дамский магазин! Эй! Свей! Прошу, без всяких церемоний и стеснений. Прошу. О, поприветствуй первую посетительницу. Мадам. Бегемот кресла. Начнем с обуви, мадам. Они не будут жать. Стю! Стю вы, мадам! Я беру эту пару, месье. Фирма просит принять на пол. Поприветствуем! Прошу, мяу. Прошу. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Вот эту шляпку. Ой, выходи. Прошу. Я пущу. Ты мужчина, не ломайте мне руку. У меня уже руки грим. Если можно, чтобы передать через меня. Вот паспорт, он ждал, что я жена. Верю, верю, я вам верю, как самому себе. Порошоком чулок получить. Спасибо. Этого Берлиоза не оказалось критика Латунского. Или литератора Мстислава Лавровича. А вы сами виноваты.
Нельзя было с консультантом этим вести себя столь развязно. И даже нагловато. Да кто же он, наконец, такой? А вы не впадете в беспокойство? Нет. Нет. Кто же он? Хорошо. Вчера вечером на Патриарших вы встретились с сатаной. Не может этого быть. Его же не существует. Помилуйте, кому-кому, но не вам-то говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице. И все толкуете о том, что его нет. Лишь только вы начали его описывать, я уж стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. Право, я поражаюсь Берлиозу. Ну, вы, конечно, человек девственный. Ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный. Бесспорно. И даже оперу Фауста вы... Как? Фауст? Ну вот, неудивительно. Но Берлиоз, повторяю, меня поражает. Хотя в его защиту, я должен сказать, что, конечно, Воланд может запрошить глаза человеку и похитрее. Точно, Воланд! И в визитной карточке так было написано! Стало быть, он действительно мог быть у Понтия Пилата. Он ведь тогда уже родился. Во! А меня сумасшедшим называют! Но до чего мне обидно, что встретились с ним вы, а не я. А зачем он вам понадобился? Видите ли, какая странная история. Я сижу здесь из-за того же, что и вы. Именно из-за Понтия Пилата. Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман. Вы писатель? Я мастер. Она своими руками сшила ее мне. А как ваша фамилия? У меня больше нет фамилии. Я отказался от нее. Как и вообще от всего в жизни. Так вы хоть про роман-то расскажите. Извольте. По образованию я историк. И еще 2 года тому назад работал в одном из московских музеев. Жил я довольно одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И представьте, однажды выиграл 100 тысяч рублей по облигации. Ну! Службу в музее я бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. Ах, это был золотой век. И вот тогда-то произошло самое восхитительное. Необыкновенно пахло сиренью, и голова моя становилась легкой от утомления. И Пилат летел к концу. Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенная, никем не виданная одиночество в глазах. И скоро стала эта женщина моей тайной женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать я ее начинал с самого утра. Никто не знал о нашей связи. Когда бы она ни пришла, ее ждали любимые нами обоими розы. Она сулила славу, подгоняла, перечитывала написанное. И вот тогда-то стала называть меня мастером. И говорила, что в этом романе ее жизнь. Но когда роман был написан, и я вышел в жизнь, держа его в руках, жизнь моя кончилась. Все боялись публиковать его. Лишь один редактор напечатал большой отрывок. И вот тут началась настоящая травля, словно я был литературный волк.
люблю этого Латунского. Тебе надо бросить все и уехать на юг, к Черному морю. Ведь ты же болен. Болен. Но вы можете выздороветь. Нет, я не излечим. Страх овладел мной. Каждой клеточкой моего тела. Господи, Господи, что ты наделал? Что ты наделал? Господи, Господи. Я возненавидел этот роман. Я болен. Мне страшно. Понимаешь, что меня арестуют? Уходи! 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 Нет! Нет! Уходи! И она ушла. А меня арестовали в ту же ночь. И вот четвертый месяц я здесь. От допросов меня спас профессор Стравинский, сказав, что я душевно больной, и что только сумасшедший может написать в наше время роман о Христе и Пилате. А что было дальше с Иешуа и Пилатом? Не дадите воды. Опоздал. Прости, Иешуа. Я хотел облегчить тебе твои страдания. Будь проклят, Левий Матвей, который отпустил тебя одного. Будь проклят, отец и мать, которые родили такого глупца. Будь проклят, Бог! Ты несправедлив! Я не верю в тебя! Ты должен послать ему скорую смерть. Он не должен так страдать, слышишь? Ты же глух! Если бы ты не был глухим, ты бы услышал меня и тотчас убил бы его! Ну скажи, разве есть другой бог, который бы заставил Иешуа, такого человека, быть сжигаемым солнцем на столбе? Я ошибался. Нет, ты не всемогущий бог! Ты черный бог. Ты бог зла. Я проклинаю тебя.
Бог разбойников, их покровитель и душа. Приказ прокуратора войска и конницу увести. Двое красобоя, остальные за мной. Я такой же разбойник, как он. Дай ему попить. Славь великодушного егемона. Услышал меня. Прости меня. Направь молнию в столб Ишуа. Oh.